прошла, мы еще не все одели. Вот это крутяк! Вот наша моя одежда. Да, мы сегодня продолжаем серию 100 за 10 минут. И у нас сегодня будет мега-супер весело! Потому что папа попытается на Алису напялить 100 слоев одежды. Мы их здесь выложили. Что, собственно, есть? Есть перчатки, шарфы, шорты, очки, носки, заколки, сумки, юбки. Ну, в общем, вагон всего. Папа, ты... Вот это. Да, ты оценил уже своим взглядом, что вперед, что назад? Нет. Нет? Ну, тем лучше, будет экспромт. Так, когда будете готовы, скажите «готовы». Готовы. Да, готовы, поехали, да? Подожди, нет. Ну, а... Сейчас мама засечет 10 минут. Итак, друзья, мы начинаем, начинаем. Поехали, поехали, поехали. Алиса, держись за папу. Так что с трусов начинаем. Кстати, одежда, которая на Алисе, она считается. То есть у нее там штаны, футболка, майка и носки. Поехали, поехали. Алиска сейчас будет у нас на север собираться к мишкам белым, да? Да. Ей точно не будет холодно. Ну как, Алис? Да, быстрее. Трусы поверх штанов. Прикольно? Да, прикольно. Прикольно? Так. А. Что дальше? Давай, 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 папа, что ты там? Подождите, 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 где они? Вот они. Майки, майки, пошли, майки. Айди, блин. Так, папа практикуется. Алиса собирается в армию. Майка. Чё так быстро? Чё так быстро? Я не успеваю. По-моему, всё очень хорошо получается. Папа справляется быстро. Папа будет теперь няня. Папа няня. Папа в детском саду вот так вот одевает. Знаешь, дети проснулись, скоро родители придут за ними. И нянечка такая, одного, второго, третьего. Майки все перепутала. Бывает, детей путают. Ну, все бывает. У нас Алиса ходит на танцы и приносила домой по одной туфельке. Ну, вот эти, как они называются? Чешки, чешки. Да. И говорит, у меня мальчик забрал. То есть мальчик пришел домой с тремя чешками, причем одна из них со стразами. Вот так вот. О, Алиска, сколько на тебе маек? Класс. Кошмар. О, мои любимые штанишки. Так, штанишки, шорты, шорты. Блин, а шорты, наверное, лучше потом, не сейчас одевать. Так. Сначала что-то что. Штанишки. Эй, не лопни. Ты лопнешь? Ну, не знаю. Нет, скорее одежда лопнет, чем ты. Ты же ее не ешь. Ты будешь разговаривать и не помогать, папе, ты не успеешь здесь. Помогает, помогает. Нет, ты главное этот скажи мне. Ты главное держись. Стой, да. Стой, держись. Дурану суешь. Ну куда ты толкаешь? У меня так нога растет. Растет. Может, Алису положить? Я уже тоже про это думала. Она уже легла. Так, это не где. О, как тепло. Тепло? Я вообще холода не чувствую. Ну да, на полу лежать в куче одежды. Поехали, поехали. О, Алиска вообще балдеет. Для нее крутой челлендж. Как снеговика сейчас. Скорее, 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 скорее. Я люблю столько одежды. Это мои самые любимые лосинки. Самая любимая маечка, самые любимые трусики, самые любимые лосинки. Ложись, лосинки. Я тяжело приседать. Вставай. Ну, вставай быстрее. Мне сложно. Так, Алиса. Она скоро не сможет вставать, она как неваляшка будет чисто перекатываться. Джинсы есть какие-нибудь? Нет, нету, нету. Все, штаны, да, последние остались. А, нет, двое, еще сзади тебя штаны. Да, я видел вот эти вот.
Они такие как раз. Я видишь, его ногу уже поднимаю. Да, папа, ты ее уже не поднимай. Ты, наверное, уже лежа ее целиком одевай. Одевай меня лежа, папа. Какой-нибудь коврик там дайте мне. Алиске лишь бы поваляться. А папа потеет, потеет, папа. Смотрите, уже второй челлендж, что за 10 минут, когда папа потеет. Я попрыгнула. А вот так взял, я подпрыгнула. Интересно, что будет следующее? Папе нужно будет съесть 100 лягушек за 10 минут. Челлендж сделаемся на папу. Где ассоциация защиты прав пап там, я не знаю. Ассоциация защиты конечно, прав пап. Конечно, бенгальских диких спасают от таких, как мы. Там. Бенгальских диких? Ты о чем? Бенгальских тигров, а не диких. Уссурийских тигров. Тигры нуждаются в помощи. Давай, давай, сюда, сюда. Ты не попадаешь. Куда? Алис. Куда? Не забалуй, держись за плечи. Я забыла, ребят, во сколько мы начали. Сейчас 13:10. По-моему, было 13:05. Ну, почти 13:06. Но я могу ошибаться. По-моему, 4,5 минуты прошло. Нет, давайте считать так. Прошло 4,5 минуты. Ну, в принципе, даже если мы не успеем одеть 100 за 10 минут, мы все равно оденем 100 слоев одежды, потому что это должно быть смешно. Так, понеслась. Стой на месте. Футболочка любимая. Азарт. Футболочка любимая. Ты уже похожа на тучную женщину. Давай, у нас так как конвейер должен быть. У нас папа служил просто в армии, поэтому для него это все медленно проходит. Мне жарко уже. Я не сомневаюсь. Сейчас еще жарче. Так. Что там, что там? Шорты пошли. Ребята, кто-нибудь одевал 100 слоев одежды? А когда я приходила без кожи, я еще и без шортов приходила. Без шортов? Без футболки. Без вообще шорт. Без ничего. Давай. Да, да, забывала форму, да. Так. Сумаист такой. Ой, прости. Это уже очень смешно. Кто завязал здесь узел? Что там? Давай, поворачивай. Второй. Ты не смотришь вниз. Ты все сарафаны, юбки. Такая женщина с рынка. Да, ну, по всей видимости, мы не успеем, конечно, за 10 минут это сделать все. Ну, вообще, на самом деле, это нереально, мне кажется, за 10 минут одеть. Но мы все равно все напялим на меня. Да, да, все равно сделаем, все равно смотри, однозначно. Папа, я сейчас упаду. Я буду как небарашка. Вылюбила платье. Да сколько, спокойно. Как нужно секундомерить, мама? Там пришло уже, не прошло, блин, предварительно вот это очень. Мы любим точность. Скажи. Я не могу уже на это спокойно смотреть. Как меня будем раздевать? Интересный вопрос. Так же, как одевали, так и будем раздевать. Давай. Посмотрим. За 10 минут мы сможем потом раздеться. Стой, ты спокойно. Ну, до 10 минут у нас осталась одна минутка, даже полминутки. Ну, не успеваем. Конечно, мы не успеваем. Ну, тут нам еще... не так много осталось. Да, тут еще есть что одевать. Это очень смешно. А носки? Я сейчас себя чувствую, как та бабушка, которая говорит, внучка, давай, что теплее. Так, остановись.
Алис, давай потом отомстим папе и оденем на него 100 одежек. Давай. Нет. Давай. Она даже падает уже бесшумно. Она даже падает уже бесшумно, потому что... Я галка. Я кошка. Посмотрите, друзья, у нее такая маленькая головка и такое большое туловище. Алиса устала стоять, села на стул. Я трошила. Почему? Которая хочет мозгов. Который хочет мозгов? Да. А бедная Алиса. Бедная кофта, я бы сказала. Ай, я не могу. Я думала, Алису все измучили. Все измучили. И волосы все помывали. И волосы, говорит, все помывали. Кто бы жаловался, сидит вообще спокойно. Папа напяливает. Ну что, Алиса, ты готова к белым мишкам? Да. Нет, Алиса сейчас похожа на женщину, которая не мог, так и не смогла определиться, что ей. Поэтому все ей все нравится, они все любимы. Папа, я думаю, может теперь носки, а то она совсем спарится. Давай носки сначала, а потом кофту. Так, носки, заколочки. И как раз отдохнет ребенок. Нет, заколочки, не знаю, пока не надо, пока через голову одеваешь. А носки уж точно можно. Сейчас Алиса будет бесшумно ходить. Так, второй слой носков. Сейчас будет третий. Алиса голову наклонить не может. Алиска, ты очень смешная. Такие широкие плечи, знаешь, как этот бодибилдер. Ты накачалась? Надо подкачаться. Так, носки пошли. Так, это же какой слой? Четвертый, пятый? Четвертый, по-моему. Не знаю, не считай. Давай вторую. Бабушка всегда ругается на Алису, что она ходит босиком без носочек. Зимой. Теперь, я думаю, бабушка была бы счастлива. Посмотрите на Алису. Пиздец. Ничего, подожди, то есть скоро тепленькие пойдут. Согреешься. Дочь, тебе не холодно? Нет. Я жарко. Тебе что, тепенько, что ли? Да. Как я была маленькая, говорила. Да. Вот это у тебя ножки. Теперь уже как у папы ноги. О, Мишка Гумми-бер. Мишка Гумми-бер. Ты там еще что-то успеваешь разглядывать? Да. Где там пальчики? Мишка Гумми-бер, вкусняющий Гумми-бер, танцующий, поющий Мишка Гумми-бер. Алиса, покажи ногу. Этой ногу убить еще можно. Подожди, еще одна пара носков. Они скользкие. Алиса сейчас как колобок покатится. Они говорят, скользкие. Ходишь на подушечках. Валы. На подушечках ходишь. Алиса попыталась встать. Вставай, дочь. Еще не все. Катись. Давай на стол. Я хочу потом так походить. Полненько, у нас рукава убежали. Так.
Ты держи рукавчик там, Алис. А какой? В первом слое. Все держи. Все держи, говорит. О, папа накидочку придумал. Накидочка. Да. Замерз его ребенок. Папа накидочку одел. Так, кофты у нас уже сверху не налазит, поэтому их просто повязывают вокруг шеи. Скоро Лисы не будет видно за этими рукавчиками. Там еще шарфы, папа, так что сильно не налегай. Там еще куртки у вас какие-то. Еще куртки. Мне кажется, это все дело вообще никак. Давай. Алиса уже просто сидит. Она уже стоять не может. Алиса. Так, тут еще. Она руку такая просто подает, уже молчит. Чутка осталось, подожди. Алиса. Сколько еще всего? Подожди, к шапкам переходим. Не, там просто уже назад не добраться. Пошла, мы еще не все одели. Алиса! Алиса, вставай! Я не могу. Я не боюсь. Ну стой, мы еще не все одели. Вот что не сделаешь ради Ютуба. Если это видео наберет 10 тысяч лайков, то мы будем дальше продолжение снимать. Да. Что мы на тебя, простите, еще оденем, Алиска? Все. Все. Потом вот эти вот сюда. Подожди, почти. Наушники пошли. Они немножко до ушей. Да. Давай халатик. Человеки. Алиса, покажи, ставь лайк. О, ставь лайк. Алиска. О, если видео это наберем 150, то мы будем снимать тензи, то 110. 110. Она готова еще 10 на себя. Подписывайтесь на канал Мисс Элли. Всем пока-пока. Папа.
Пока. Пока. Раздеваем Алиску. Освобождаем. Пока, друзья. Ждем ваших комментариев.